Всем привет! Ну что, добрались мы и до поискового магнита. Покупать готовое изделие нету смысла. Руки у нас стоят с того места, из которого надо. Делаем сами. В интернете мне попался бэушный магнит 70 на 20. Не так уж и дорого. Вот. И в строительном магазине я купил подходящий хомутик. 68 на 73, то есть 70 ширина, очень классно подойдет. Вот, немножечко по ширине он большой, 72, 22, вот, и по миллиметру с каждой стороны снимем, классный магнит, магнитится здорово, вот, 150 или 160 сила разрыва. Поэтому вот по ширине он у нас подходящий. Вот так вот это делается очень быстро. Вот. Но ширина, как видите, немножечко больше. Ничего. Снимем тут фасочку, подгоним и будет супер. Обрежем болтик и будет супер магнит. Смотрите дальше. Итак, магнит готов. Сняли мы фаски, подогнали под размер магнита. Плоскость у нас теперь ровная. Есть ушко для привязывания каната. Болт мы отрезали по размеру. Теперь он нам не будет мешать. Ну и как он работает? Смотрите дальше. Будет много-много видео с этим магнитом. И много находок. Надеюсь.